Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня с Отаром Сомхишвили мы поговорим о том, как он смог интегрироваться в новую среду. Расскажи о себе. Кто ты, чем занимаешься, где живешь? Я Отар Сомхишвили, мне 20 лет. Я живу в Тбилиси и пытаюсь выбиться в люди, грубо говоря. Раньше учился, сейчас не учусь, работаю. Но до этого ты жил в России. Когда ты в Грузию? Последний раз я был в России 2 года назад. Вот. А так периодически ездил туда-обратно, в принципе. То есть теперь ты живешь уже в Грузии? Да, я приехал в Грузию. Вот когда ты приехал в Грузию, было ли тебе тяжело интегрироваться в это общество? Да. Вот какие трудности было? Что было трудно? Когда я приехал, мне было 10 лет, я не знал языка, не знал традиции, не знал менталитета, вообще ничего не знал, в принципе. И первая проблема — язык, конечно же. Самая главная проблема была языком, потому что я не понимал ничего. Вот. Вторая проблема, с которой я уже столкнулся, когда я уже выучил язык, это был менталитет. То, что, допустим, в России один менталитет, разные интересы, разные всякие... разное мировоззрение на все. Допустим, я помню первую вот свою такую, грубо говоря, детскую школьную драку из-за воровских законов. То есть... Совсем, ну, я ничего не понимал, что вообще происходит. Вот, и вот это было вот следующим таким этапом — менталитет. Mm-hmm. Вот. Язык я выучил, конечно же, не сразу. Понадобилось, наверное, 2 года. Вот. И первые 2 года было сложно найти знакомых. То есть, да, там в школе, да, я ходил в русскоговорящую школу, было какое-то общение, но не было прям вот ощущения, что ты свой, не было такого. Они к тебе не относились так, как будто ты свой, ты грузин по национальности. Да, но я не знаю, есть ли в этом какой-то смысл или нет, но просто хочу уточнить, что это не были грузины. То есть я ходил в русскую школу, где у меня 95% были армяне. И даже они как-то типа не хотели принимать, не знаю почему. Вот, и... Но как ты смог все-таки выйти из этой ситуации, подружиться, интегрироваться? Я начал ходить на всякие кружки, баскетбол, там, типа... бокс и так далее. И там я познакомился с нормальными ребятами, которые там помогали мне как-то язык еще лучше, как-то интегрироваться и прижиться к стране, грубо говоря. Мы начали. Вот. Ну, как бывает, туда-сюда шпана, и вот так как-то прижились. Yes. Вот самое трудное, как ты сказал, да, для тебя был язык. Сейчас как ты владеешь полностью языком грузинским, и для тебя нет проблем, все принимают тебя таким, каким ты есть, общаются, и друзей полно. Но нет, все-таки даже до сих пор у меня уже есть свой круг общения, друзей, близких, но даже до сих пор есть какие-то такие шутки, что все-таки как-то мое мировоззрение отличается от... здешним. Но они это принимают и как бы свободно с этим живут. То есть у меня там другие идеи, другие мысли какие-то. Да. Вот где тебе легче жить? В России или в Грузии? Вот на этот вопрос я вам не смогу ответить, потому что я даже для себя его сам себе его много раз задавал, но это нельзя сравнить. То есть у каждой страны есть свои плюсы, есть свои минусы. Но в России тебя принимали как своего? Да, в России у меня тоже
Да. В России у меня тоже круг общения близкий, и так далее. И я себя спокойно чувствую и здесь, и там. И вот что ты считаешь самым главным для интеграции? Не бояться идти, делать. Я знаю много ребят, допустим, которые тоже приехали в Россию, и они просто закрылись дома, начали там играть в игры, там, ну, заниматься разным, там, без разницы. Изолировались как бы, да? Да, закрыли в своем мире дома, и все, и то есть так и остались. Если ты не будешь выходить на улицу, если ты не будешь сам пытаться познакомиться, сам пытаться прижиться, ты так и останешься. И, наверное, так же, как ты и отметил, может, немалую роль играет знание языка. Неважно какой, но все равно, чтобы тебя поняли, общаться, или это на второй план как бы идет. Как сказать? Ну, вообще, вот я в последнее время заметил, что в Грузии много, во-первых, русскоязычных людей, даже тех самых грузин, которые просто свободно разговаривают на русском языке. Вот, и... Даже если ты не знаешь языка, наверное, я думаю, что ты сможешь найти знакомых, которые познакомиться с людьми, которые знают, допустим, русский язык, и которые тебе в этом помогут, чтобы ты прижился все-таки. Да. И сейчас вот что стало для тебя трудным после того, как ты язык выучил и как бы интегрировался уже в это общество? Сейчас есть какие-то трудности? Я еще забыл рассказать про русофобию. Русофобия тоже была. А, да. Одним из вот этих вот «Россия-оккупант», всякие там надписи «Факраш» этих и так далее, тоже действовал как-то на психику. И до сих пор я иногда встречаюсь с русофобией, до сих пор вылез. И как к этому ты относишься? Как к тебе не придираются, что вот ты тоже там жил, может, у тебя какие-то... не знаю, мировоззрение совсем другое, как у россиян, принимают как-то не так, еще? Дело, во-первых, если русофобия встречается, она встречается очень редко, и у людей, у которых там, допустим, IQ там меньше 80, ну, грубо говоря, да, и то есть ты особо не хочешь обращать на это внимание, потому что, во-первых, это меньшинство, во-вторых, больные люди, там, которые просто в свое время на что-то озлобились, там, и так далее. Я могу это понять, да, возможно, у кого-то там брат умер в 2008 году, да, и так далее. И люди имеют такое свойство, что они озлобляются и держат зуб. Но это же не ко всем относится, не к народу же. Я был свидетелем того, как в Тбилиси, в районе Ваке, есть кафешка русскоязычная, там собираются русскоязычные ребята, там, женщины с детьми и так далее. И вот они стоят для себя просто, разговаривают там о чем-то с детьми, просто там о том, о чем. И проходит мужик там лет 35, наверное, у него там свастика на ноге. И он проходит и такой, типа, что-то плюнул, что-то там сказал и прошел дальше. Вот, ну, не знаю, как-то... Глупо, наверное, опускаться на тот же уровень и пытаться что-то доказать таким людям. И вот какой твой совет таким людям? Таким людям, русофобам? Да. Вообще, чтобы не было вот этого всего, чтобы жили как нормальные люди, отнеслись к друг другу, не так, чтобы политически или как-то, а по-человечески. Есть грузинский фильм один, я не знаю, вы смотрели или нет, «Удзин Артамзе», «Солнце не спящих». Нет. Смотрели? Посмотрите обязательно. Там такой момент есть. Умирает отец у сына, вот, на операционном столе. И отец говорит там последние слова сыну, что... у каждого человека есть что-то такое, за что его можно жалеть. А нет, нет. У каждого человека есть что-то такое, за что его можно любить или хотя бы жалеть. Поэтому не выноси приговор и не ненавидь никого и так далее.
Не судить, вот такой бы. Ты будешь, да? Как бы это тоже. Да, да, да. Вот такой бы я совет бы дал таким людям, что в каждом человеке есть что-то такое. Ну, не знаю, спасибо тебе большое. Думаю, что твои советы, конечно же, они очень полезны будут для наших слушателей. Спасибо, что согласились с нами пообщаться. Нет. Вообще свободно. Очень приятно. Взаимно. Надеюсь, наша с вами работа поможет людям, и я думаю, это одно из самых главных. Да, конечно. Ребят, не бойтесь никого, и просто старайтесь как-то так. Да, самое главное — вперед. И ничего не надо бояться. Спасибо большое. Кто не рискует, тот не пьет шампанское. Вот так. Да. Действительно. Вам удачи. Взаимно. Да. До свидания. Дорогие зрители, напомню, что по Zoom мы говорили с Отаром Цонфишвили о том, как он смог интегрироваться в новое общество. До свидания.